Ну что, пришло время закрывать зимний сезон 2021-2022. Решили попробовать закрыть его ловлей пилчира. Ну уж не знаю, получится, поймается, не поймается. Рыба такая очень интересная, достойная, стоит посмотреть, попробовать. Вот. Вон тут сегодня еще 8 утра, но народу уже предостаточно. Водоем вроде небольшой, но народ прям активно ловит. Сидит, активно сидит. Не знаю, ловит или не ловит. Сейчас вот дойдем и посмотрим. Вон тут корзинка, корыто со шмурдяком. Все бросили и потащили. Вот. Ну, погода уже теплая. Уже все, весна вовсю. Хоть лед стоит, еще толстый, но плюс 10 днем, даже плюс 15 может быть. Сейчас еще за ночь приморожен лед, а назад уже по дню будем по лужам выбираться. Ну вот, идем на место лова подальше от людей, куда-нибудь в стороночку. Сейчас поищем глубину и будем закармливаться и ловиться. Вот такой вот план. Ну, красота, конечно, здесь своя тоже. Очень интересное место. Не знаю, правда, слышно меня или нет. Народ, смотрю, по большей части даже вообще не в палатках сидят, а просто тепло. Можно же в палатке и не прятаться. Ну, попробуем сегодня как ходовую рыбалочку сделать. С собой есть чем бурить. Набурим лунок побольше и будем искать. Без улова точно домой не вернемся. Однозначно что-нибудь допоймаем. Блин, не знаю, слышно меня, нет? Это корыто сзади шуршит, шумит. Вот. Сидели весь день. Ну, не так, еще, конечно, пошарились, посмотрели по разным местам. Походили, глубины поискали, побурили. Ну, вот, пришли вот к такому. Две удочки. Конечно, уже на улице плюсовая температура. Лед тает, вода стоит там полностью над льдом. Скорее всего, это уже последние денечки в этом годе, когда можно рыбачить, уже не будут на лед пускать. Ну и вот у нас тут такой бассейнчик сделанный, и вот плавает пилчир. Красивая рыба такая, грациозная. Вон он. Красавцы. Не сильно, конечно, крупные, но вкусные, прям очень вкусные. Вот на камеру пытался заснять, на камеру не клюет. Ну, это, конечно, не весело, честно скажу. Там еще он в другом месте немножечко сидели, там пакет лежит. Ну, мы ее сюда уже не стали пускать. Вот. Ну, от силы, наверное, штучек 20-30, может быть, поймали сегодня, конечно. Не сказать, что хорошо прям очень клюет, но те, кто сидят на глубине, я так понимаю, вообще сидят прям порожняк. Говорят, что люди некоторые даже поклевки не видели. Правда, вот смотрю, начинает отбуривать, потихонечку народ сюда приходит. А этот пилчир, он такой осторожный. Вот по улице сейчас кто-то пошел, там получается шумит и все. Сразу, даже если где-то были робкие поклевочки. Пока шум идет, пилчир весь прям притаивается, ему уже не кушать, ничего не хочется.
Так что вот такие вот дела, вот такой вот рыб. Вот так мы добираемся домой. Капитально большой слой шуги, сверху вода и вон до того берега пилить. Ну зато порыбачили офигенно. Ну вот, весь улов сегодняшний. Это мы, получается, на двоих с женой наловили хорошую такую рыбку. Очень вкусную, прям безумно вкусную. Сейчас разделю, часть пойдет на жареху, а часть засолю, завялю. Будет, тут как раз рецептик нашел интересный. Короче, будет вкусно в любом случае. Рыба вообще хоть куда.